Скажи, пожалуйста, во-первых, хочу вас поздравить, вы чемпионы. Как ты считаешь, заслуженно или нет? Вот и как в целом чемпионат бы ты характеризовал и последнюю игру? Да, сегодня победили со счетом, большим счетом. В принципе, по сегодняшней игре, если сказать, то на нас не давил уже результат, да, мы уже досрочно стали чемпионами лиги, поэтому играли в открытый футбол, пытались в первом тайме наигрывать пятого, у нас постоянная проблема, пока еще не можем мы реализовать себя с пятым игроком вместо вратаря. Сегодня попробовали, лучше было, но все равно еще надо работать над этим. В целом по турниру первый круг начали очень сильно, во втором кондиции сдались, немного соперники стали сильнее играть, по-моему, три соперника по 20 очков. Второе, третье, четвертое место. Было сложно, но за два тура, скажем, до конца мобилизировали все свои силы и выиграли досрочно. Еще раз поздравляем вас. Спасибо. Что не играли с чемпионом, сильной командой, вот какие у тебя впечатления остались? Что получалось, что нет? Ну, слава богу, на этот раз мы не так сильно проиграли, как в прошлый раз, 14-1. Но все равно соперник намного сильнее на голову. Чувствуется, что чемпион, они вышли поиграть свою игру расслабленно. Ну, мы старались тоже сильно не чувствовать, не дать им почувствовать, что они легко на правом пройдутся, как в прошлый раз. Вроде не со всеми получилось, но все же вроде бы неплохо. Скажи, пожалуйста, почему такая нереализация у вас? Столько моментов, а вот не забивали? Ну, у нас опять-таки, приехали опять пару игроков, которые не всегда приходят на тренировки. Дима Шабатын вообще долго не играл. Травма была. Не знаю, почему ребята не попадают в пустые ворота. В первом тайме 4 гола могли забить. Описать эту игру? Все уходят. Игра получилась у нас эмоциональной. Мы сыграли с Вестником. Первую игру 4-4, вторая 3-3. Вот. Мы бьемся по факту сейчас за второе место. Поэтому накал такой был достаточно хороший. Игра получилась жесткая. В принципе, обоюдная на моменты. Считаю, что мы сыграли хорошо, компактно, в принципе, соперникам тоже спасибо за игру. Вот. Осталось еще последнее с НКСом, поэтому до встречи в новом сезоне. Скажи, пожалуйста, что получалось, что нет у команды Фьеста, и в целом какие впечатления остались о матче? В общем, впечатления положительно остались, потому что достаточно остро играли, комбинировали быстрые комбинации. Много ударов сегодня сделала команда наша. Соперник открыл счет. Соперник тоже очень хорошо оборонялся, на контратаках убегали. Игра была достаточно жесткая, да, было много фолов, потому что, я так понимаю, это была борьба за турнирное место. Вот. Ну, в принципе, я доволен игрой. Единственное, что если поменьше грубости было бы вообще замечательно. Сколько получился интересный матч для вашей команды? Что получалось, что нет? Ну, матч даже не то, что интересный, матч очень тяжелый получился, особенно первый тайм. Было игровое преимущество, не везло где-то в концовке, не было реализации, завершения. Ну, тяжелый очень матч, но благовый. Если сравнить первый, второй тайм, вот в чем отличие между ними? Ну, наверное, первый тайм был более сложнее. Как-то вышли, чуть-чуть недонастроились, где-то, я говорю, не везло в реализации. Второй тайм уже выигрывали, уже более спокойно держали мяч, контролировали игру, уже легче было во втором тайме. Что можешь сказать, что получилось, что нет, и чем вот вы играли с НКС, да, отличалась от первой встречи вашей? Немного подустали, но все равно играли хорошо, могли выигрывать, занимать второе место, но вот в конце пятого вратаря подключили и забили. В конце дожали нас. Могли занимать второе место, заняли третье, насколько я знаю. Скажи, пожалуйста, тяжело было на воротах стоять вот против тяжело НКС? Тяжело физически, морально, потому что я подустал именно морально. Жара, ответственность большая, последние. Дальше тебя только ворота. Так физически несложно, эмоционально сложновато. Вы успешно использовали тактику вот пятого игрока. То есть часто вы так делаете или нет? Не, мы не часто. Просто формат турнира таков, что оказывается вратарю можно сколько угодно. И соперники часто этим пользуются. Ну, это как бы неправильно. Надо, чтобы турнир был в развитии. Если мы играем реально в мини-футбол, мы должны играть в мини-футбол. То есть один пас вратарю. Вот у нас последние две игры. Команды и соперники убили очень много времени, просто перепасовывали вратарем. Так как мы же не можем выпустить пятого при обороне, ну, то есть, я считаю, это огромный минус турнира. Так, турнир классный прошел, без проблем. Но вот это вот, что с вратарем сколько угодно, ну, нет такого. Ну, то есть будет ваше предложение по поводу изменения регламента да, турнира? Да, именно вот этот пункт, потому что, ну, это очень смахивает на дворовой футбол.
Хорошо, ну, как бы все были в равных условиях, я имею в виду, то есть будет теперь предложение. Скажи, пожалуйста, а в целом о матче? В целом матче, конечно... Кто все-таки больше заслуживал? Ничья, да, в результате? Ничья, да. Ну, мне кажется, что мы заслужили больше. У нас и комбинации были как бы красивее. У соперников в основном это была такая вот закидушка вперед, борьба, и там, ну, они забили с наших двух ошибок. Мы как бы старались комбинацию, получилось такие два балла.